Двор по центральному проезду 4 – некогда один из самых зеленых в городе. Сегодня придомовая территория лишилась большей части деревьев. На месте берез, тополей и кустарников жителям обещают сделать парковки и в целом облагородить территорию. На защиту зеленых насаждений встали местные старожилы. Все вырубили 40 лет тому назад. Мы сажали своими руками вот эти деревья. Вот вчера я прямо встала возле этого клена и не дала пилить. Выполняет работы бюджетные учреждения, городское хозяйство. Сотрудники поясняют, это подготовка к комплексному благоустройству дворов. В УГХ нам рассказали, что перепланировка двора происходит на основании решения собрания жителей. Часть собственников ставит это под сомнение. Если будет все культурно и красиво, то пожалуйста. Но только мы толком ничего не знали. Вот спиливай, там у нас душа болит, сажали, зелень. В жару-то это будет необходимо. Председатель комиссии по ЖКХ Общественной палаты Ивантеевки Анна Дунаева рассказывает, жителями дома номер 4 по центральному проезду в ближайшее время будет проведено еще одно собрание. В данный момент все работы по спилу деревьев здесь приостановлены. Всего же в Ивантеевке должно быть комплексно благоустроено 11 дворов.